Хорошо, В так общей вот. борьбе удалось победить. Снова Так, сычок Нестеров. Клементий опять. Так, снова Опять Клементий, Нестеров. опять сурово. В прошлый Так, раз у чем нас бы не его была порадовать магическая бы? с А3. Ну хорошо, допустим, в Хотя я каталоге, если неплохо выйдем, получил в что целом. будет? Но в этот раз он играет Или D5. будет ферзевый? Что, А6? Так, ну как-нибудь жестко Или слон выставляемся. B4. Хорошо, ферзь B3. Плюс B3. Ферзь B3. Так, Рогозина C5, пытается он как со мной там разыграть, а я играют-то? пытаюсь Какой-то длинный там эту теоретический Рогозину вариант. крутить как-то, вертеть, Так, как могу. CD. Окей, съел на D5. Так, Пускай по-моему, тут думает. просто конь D5 вроде бы можно Пускай бить. думает, вспоминает сюда Это C6. хитрая ветка. Вспомнить бы еще все. C6. Сюда C6. Но взять я буду Ну, просто будет C можно отступать. сыграть. Ферзь C2 пока что. Ферзь C2. 0-0 Пока что просто отступаем. отступлю. Так, Там как-то здесь давайте по-простецки, по-моему, E4. надо играть. И Сюда-сюда. Слон отступит. вроде бы Теперь порядок я должен быть. разорюсь. Так. Куда, правда, слон отступит? Вот вопрос на миллион. Как же здесь лучше бы? Давайте попробуем Теперь надо соперника немножко D6 бить. обмануть. Или вот так он пойдет. А если E5? Ферзь G6. Вот такая вот мини-идея. Слон Ага. D3, ферзь G2. На ферзь G6, слон Вот она, C3. грандиозная идея Лишняя пешка. моего соперника. Да, ну в общем, такая нервная партия. Но, к счастью, Очень закончилось все интересно хорошо. играет. Хочу я вам Так, сказать. теперь снова нам противостоит Арсений Нестеров. Очень перспективный Что-то это российский я юниор. не подумал. Ученик моего Но на коллеги взятие Дмитрия будет, Крякина. конечно же, В общем, партия на тоже взятие на обещает быть c3. очень На непростой. слон d3 будет ферзь bg g2. Есть, конечно, еще отходы, но это тупо. Да. Не, ну жигалка мы еще сыграем обязательно. Это Сергей, мы все еще скрестим довольно-таки тупо, поэтому шпаги. давайте думать А что-то вот для этого тут. пока нужно просто хорошо этот отбор сыграть. Больше ничего не требуется. Да, ну как-то подловили, по-моему, немножко Арсения. Так. Очень интересно он придумал, конечно. Нет, ну, то есть понимаешь, у меня есть ходы, которые дают мне не очень плохую позицию. Но я-то хочу нормальную позицию. Это дебют партии, кажется, Отступить сложился ферзем для куда-то нас достаточно получу благоприятно. отскок, сам получу отскок. Так, белые думают, пока Так, что нам тоже, да, сюда. неплохо бы в Так. позицию вникнуть. Вообще-то очень трудно развитие закончить. Ладно, Слон давайте f1 сюда. как-то не выходит. Все-таки слон Значит, d3, вау. пробовать ферзь g2. Ладья g1. Все-таки слон d3. Да, Ферзь ну очень f3, слон интересно, а в чем же тут h7. задумка? Все-таки И на сюда cb конь забираю. b4. g6, правда, могу А, ну получить там и где-то. g6 ход должен быть очень Надо очень хорошим, аккуратно наверное. такие ходы делать. Сейчас g6 как получу. Даже 6 тоже смотрится g6. неплохо. Вот об этом я и говорил. Слон h6, правда, есть какой-то тоже. Какая-то тоже супер контртычка. Хотя на конь b4 там ферзь Интересная e4 довольно. было. Так, слон h6. Слон h6, да, но это, если честно, зёмно-то было. Какая жесть, какая жесть. Ну, король h7, слон f8, неожиданно Так, ну защищает пешку здесь на b4. А если все-таки сразу конь еще b4, то такая риска. Ой, непонятно, что на бы я делал. b4 же... На b4 я Ну, хотел может быть, даже ударить повезло, что он двуконем. так не сыграл. Да, что называется, хорошо не сделал. Ну, теперь я Ладно, хочу где-то сыграть запутываем. ферзь d2. Да, немножко лихорадит меня, Ферзь если идет на честно. Так, поле хорошие h6. замыслы и неплохие по ощущениям партии, да, В перемешиваются с случае грубыми шаха я что тевками. делаю? Да, на соперника времени мало. Не совсем ясно. Так, ну, про победу Яна что сказать? Ян молодец. Так, Давайте думать. мне кажется, он не нуждается ни в каких словах. Да? Человек Карсона выиграл, Давайте как-никак. думать, давайте размышлять. Так что, Ян, да, Ян заслуженно Хорошо, давайте борется за сюда. победу в турнире. Так, ферзь d2. Хватит думать и Ой-ой-ой, размышлять. как-то это все Давайте что-то делать. так неприятно. Ферзь Ферзь e4 e4 как-нибудь нужно шах, сыграть. есть какой-то ход. Ферзь e3, есть какой-то ход король А, я f1. могу на e5, кстати, побить. Давайте начнем с хода король f1. Ну, на e5, конечно, под ладья e1 встаю. На ферзь c4 король e1 Так, а возвращаюсь. если я Уже играю ничего надо ферзь делать, мне c4 кажется. шах? Так, еще раз дал шах на Как-то мне кажется, e4. надо делать ничего. Но ферзь e5 у него, правда, Так, есть ну, конечно, ход. неплохо бы на победу Любопытно. поиграть бы, но... При Ладья там этом не e1, ферзь натворить куда-то лишних дел. отступит, и что-то неясное Ну-ка, вообще. если я король g8 сыграю, Жесть, я какая я уцелею топ. после этого. Давайте попробуем. Все-таки тут серии же важны. Сюда. Ну, слон e7 есть, конечно, ход. На ферзь h6 вроде бы ферзь e5 я как-то должен уцелеть. Либо ты Да, черный. давайте, ладно, уж серии так серии. Вперед. Все-таки здесь, по-моему, ничья, по-моему, особо да, ничего не дает. Сюда, так, сюда, что там? Поэтому лучше уж рискнуть. Ладно, другого Так, не ферзь вижу. h6, на e5 я Ой, это я зря. забираю, висит Мне повезло ладья, еще. поэтому как-то ладья e1, ферзь f6, вот так предельно уплотняюсь и как-то пытаюсь слон Мне еще d7, на слон самом деле b5 сейчас жестко повезло выйти. немножко.
Так, слон d6. Попробую я поставить Конь слона на b4, e5. слон e5, слон Но он h6, мог король сыграть сильнее. g2. Мне кажется, что он Потом ошибся. какой-то вечный шах, что ли, будет. И Ну ладно, теперь попробуем. непонятно. Сюда шах, слон Да, h6, вот король шах. отбежал. Слон Так, если я b7. еще шах дам, Есть ход что из король этого будет? h3. Есть ход король f1 пока что. Да, ну как-то дальше я не продвигаюсь. По-моему, просто не видно, да, как у обеим сторонам уклониться от ничьей. Ладно, вроде Да, бы ну как-то ничья, забавная это партия, ладно, ничья. хотя бы ничья хотя бы была.